Всем привет! Вы снова на канале Car Tackle TV. И сегодня у нас обзор новинок, которые появятся в продаже в следующем 2019 году в широкой продаже. Что хотелось бы первым показать, это совершенно обновленные всем полюбившиеся удилища серии Катапульт. Теперь они будут называться Катапульт CS3, CS3 Carb и CS3 Spot. Чем же они так изменены и какие изменения внесли разработчики в данные бланки? Ну, во-первых, бланки теперь выглядят комбинированно. Нижняя комлевая часть покрыта сетчатым карбоном, верхняя осталась прежней матовой. Теперь кольца К-серии выпускаются на всех удилищах серии Катапульт. И бланк стал намного жестче и быстрее, но тем самым за счет того, что была заменена полностью фурнитура, бланк получил более легкий вес. Удилища выполнены из карбона японской фирмы Торей с очень хорошими показателями 30T, что позволит вам делать очень дальние и, самое главное, очень точные забросы. Что еще можно рассказать? Можно сказать то, что сподовый бланк стал намного легче. Реально намного легче. Теперь вы можете кормить на своих рыбалках либо на соревнованиях очень долго, при этом при всем не уставая. Сейчас мы сделаем ряд забросов тестовых, покажем, как работают бланки с грузами, с ракетами, и уже потом дадим свои некоторые заключения. Рассмотрим теперь более детально все изменения, которые внесены в данные бланки. Катушка держателя остался прежней Fuji DPS, полностью дуплонная рукоятка, и которая оканчивается фирменным значком с надписью Sportex. Также во все удилища Катапульт Карп CS3, на всех удилищах Катапульт Карп поставлены сиковые кольца К-серии, которые позволят вам избежать обидных захлестов. И тем самым леска будет более плавно проходить через все кольца. Входное кольцо 50 мм и дальше идет по убыванию до 16 тюльпана. Бланк, как я уже говорил, выглядит более креативно. Нижняя комлевая часть сетчатая, верхнее колено матовое. Все сделано из японского Торея, карбона фирмы Торей, с нагрузкой 30T. Теперь рассмотрим бланк сподовый, который должен вас очень сильно удивить тем, что, во-первых, бланк стал легче. И за счет того, что стоит другая фурнитура, бланк стал пожестче. Также фуджевский катушкодержатель Fuji DPS, тоже полностью дуплонная рукоятка в конце с фирменным значком. И стоит сиковая фурнитура К-серии. Также входное кольцо полтинник, также на убывание, оканчивается все 16-м тюльпаном. Тоже идет такой комбинированный бланк, верхняя часть матовая, нижняя сетчатая, что добавляет достаточно большей уверенности на забросе, добавляет мощности. И также сделано из карбона фирмы Торей с тем же показателем 30T. One thing, baby, don't let me in. Oh, I got three.
Итак, мы сделали ряд тестовых забросов новой линейкой катапульт CS3. В данном случае это рабочий бланк с тестом 13 футов 3,75 либра. И могу сказать свои личные ощущения такие, что бланк действительно стал жестче, бланк стал более управляемый на забросе, что дает очень хорошую точность на забросах. Ну и что еще можно отметить? То, что действительно кашные колечки сделали свое дело, леска действительно легче проходит через кольца, избегая все захлесты. И вот лично мое мнение, что оптимальный вес для заброса на этом удилище — это будет вес 135 грамм. Также прошел тест вот этот замечательный аппарат под названием катапульт CS3 Spot. Ну, открою небольшую тайну. Данным удилищем я пользовался уже в этом сезоне. Это были соревнования, финал Кубка Улова, где в течение 4 дней я кормил данным удилищем с большим удовольствием на расстоянии 135-140 метров. И могу сказать, что я практически не устал. Почему? Потому что бланк также стал легкий, бланк стал еще более управляемый, и в общем-то самое главное, что в этом бланке достигнуто, это балансировка. То есть бланк полностью сбалансирован, бланк полностью собран. Могу сказать следующее, что люди, обладающие более классной техникой и более большими физическими данными, смогут работать этим удилищем на более дальнем расстоянии. Итак, это был обзор обновленной линейки серии катапульт. Теперь они будут называться катапульт CS3 Spot и катапульт CS3 Carp. Могу сказать то, что это совершенно новые бланки, которые помогут вам достичь еще больших результатов. Оставайтесь с нами. До новых встреч!